Хантер хочет, чтобы... Тебе чё надо? В смысле чё? На вечеринку пришел. Только по приглашениям. Для тех, у кого нутро звездно-полосатое. А ты уёбывай. Ладно тебе. Я просто хотел развлечься. Покурить, пивка выпить. А мы что, тебя сюда приглашали, чучело? Чумба, ты чего такой напряженный? Проблемы? С женой посрался? А ты пошутить любишь, я смотрю. Но сейчас вместе посмеемся. Мы все тут любим пошутить, Уокер. Сегодня хороший день, хороший праздник, салют из всех орудий. Вот Ганнер огорчится, если кто-то это все испортит. Да понял я. Ладно. Вот так, Чумба. Пойди выпей чего-нибудь, отдохни. Обмой новый рекорд, в конце концов. У вас тут состязание какое-то? Ага. Кто самый меткий? Я хочу с вами. А вот хер тебе. Мы как раз заканчиваем. А что, слабо? Боитесь, что я вас уделаю? Да ты хоть знаешь, кто я, а? Я 3 раза на фронте был. 3. Ясно тебе, крыса гражданская. В десантуре служил. Тише, Уокер. Я же говорил, мы развлекаемся. А если тебе охота что-то доказать, вперед! Ха, вместе оттянемся! Ударим Холту между глаз. Я так и понял, что ты любишь выделываться. Ну давай, покажи, что умеешь. Смотри, это посложнее, чем в тире стрелять. Нужна твердая рука и крепкая голова. Это как? А так, что перед каждым выстрелом надо поднять стопку. За Ганнера, нового хозяина города. Звучит неплохо. Ладно, что еще мне нужно знать? Стрелять будешь на 4 точках. Палишь в рожу Холта, время ограничено. Кто больше мишени продырявил, тот и выиграл. Больше всех пока выбил Уокер. Аж 43 очка. Обойдешь его, получишь приз. Хватит, постреляем. Вот револьвер, стрелять будешь из него, иначе не считается. Меряемся мастерством, не пушками. Двигай к 1-й точке. Начнем по твоей команде, не пуха. Главное, не переступай черту, когда стреляешь. А то дисквалифицируем. А! Стоп! Время вышло! Следующая точка! Сначала водку, а потом стреляй в морду Холту. Это, я тебе говорю, ветер такой, жух, все мимо сносит. Это что у вас за спиртяга? Тебе не пофиг, стреляй, 12 секунд. По правилам стрелять запрещено, если за черту заступишь. Палец скользнул. У тебя была попытка, Руди. Так нечестно. И стоп! Следующая точка. Эй, до дна! За Ганнера! У тебя 12 секунд! Бегом, бегом, бегом! Вернись за черту! Мы тут за честное соревнование! Стоп, последняя точка!
Давай еще. Сейчас блюю. А, че теплое-то? А какой ей быть в такую жарищу? Пали давай, 12 секунд. Не забывай про черту! Переступишь нее и все! Время вышло. Все, иди смотри результаты. Ну чё, посмотрим? Второе место! Неплохо! Неплохо! Но надо же, а ты толковый парень. Приз победителю! И поздравления от Ганнера! НЦША! НЦША! А теперь пей до дна! Шестая улица! Шестая улица! Техники у вас немного.
Ну да, тут не Норт-Оук. Но, как говорят многие мои клиенты, это лучше, чем ничего. Мне нужны услуги Рипера. Ну, тогда давай посмотрим. Is it getting hot in here? It's 98.7 body heat. Double two.
Thank you.
кто-то идет. Я не слепой, захлопни пасть. А тебе чего? Дорогу спросить? Так у меня карты нет. Эй, Рик, у тебя карта есть? Не, нету, давно скурил. Но подскажу, что топать надо по прямой и быстро. Слыхал? Нечего тебе тут ловить. Хорошего дня. Да я мимо иду. Нет, ты не идешь. Ты над душой стоишь. Может, перестанешь? Что в кейсе? Ты про эту рухлядь? Да ничего, наверное. Ага. Банки. Может, бутылки? Думаете, такой кейс потеряют и забудут? Наживете вы себе с ним проблем. Мы его не украли, а нашли. Джуди, ну что? Как скажете. Только вот те, кто за ним придут, особо слушать-то не станут. Приезжай ко мне вечером, и все узнаешь. Отдаем ему кейс. Быстро! Они согласились участвовать. Да ты его все равно не откроешь. Майка тоже будет. Это мы посмотрим. Как ты ее убедила? Достала козырь из рукава. Вечером расскажу. Только мне лучше вот что скажи. Ты какую пиццу больше любишь? Спрашиваю, где? Пепперони из саранчи. Ну, и там. И много-много сыра. На помойке. Вон наш там. Человек. Так Жош, чего? Какого увидимся хуя? Увидимся вечером. Это не наша работа, понятно? А как тот же тип был уже мертвый, честное слово. Что, правда? А я-то думал, вы серьезные наемники. Ладно, сгиньте уже. Окей, окей, забирай. Че сразу так психовать-то? Сезам, откройся. Ты глянь, откр... А тебя вообще просили пасть разевать? Да отъебись ты уже! Так-так, и что тут у нас? У нас гости. Вступаю в бой! Чужой, там кто-то залез! Нейтрализовать его! Цепь подбита! Он затек!
момент истины. Что? Это что за хрень? Ну как что? Бранцези. 2021 год. Безымянная номер 18. Холст масло. Да что с тобой говорить? О, выходит, Джонни Сильверхенд у нас тонкий знаток искусства? Я нет. А вот бывшая одна была художница. Девка, конечно, в край ебанутая, это уж как водится. Но зато секс, я тебе скажу. А давай лучше не говори. Ну что эта картина вообще могла делать на Луне? Известно, что украшала интерьер какого-то богача. Сейчас половина Лувра в космосе. А ты там был? Кто я? Нищий рок-музыкант? Ну да, бывал. В сладких снах. Ладно, давай-ка уходить, пока не началось. А насчет картины? Покупателя ты найдешь быстро, уверяю. Привет, Ви. Заходи. Пицца остывает. Все на кухне. Мы как раз тебя ждем. Садись. Это Роксана. Она работает в облаках дольше нас всех. Привет. Приятно познакомиться. Наслышана о твоих подвигах в облаках. До сих пор жалею, что у меня был выходной. Доедай свою халявную пиццу и дельтуем отсюда, окей? Как твои дела? Вроде все окей, но как-то очень тяжело.
Ты дружила с Эвелин? Да, я ей все высказала, когда она вернулась в облака. Мы думали, что у нее все получилось, что она вырвалась. Но в глубине души я была рада опять ее увидеть. Такой дурой себя чувствую. У тебя до сих пор тут воняет трупом. И так все время, да? В чем секрет? Деликатности тебе не занимать. Что тут удивительного? Я никогда ни у кого не занимаю. Кстати, Форест сегодня не вышел на работу. И вчера тоже. Вот черт, интересно, почему? Ну, может, заболел. Или внезапно выиграл в лотерею и решил слетать на Луну. Все может быть. Вы там закончили здороваться или нет? Революция сама себя не совершит. Я модифицировала поведенческий чип. Он будет оснащать кукол системой мускульных рефлексов, которая... Короче, они смогут драться как Соло. Потрясающе. Работа над фальшивыми оргазмами, Шельм, не прошла даром. Выйди, пожалуйста. Здесь у меня никто не курит. Ничего, проветришь. Ладно, покурю в окно. Выглядеть будет так, словно тело выполняет заученную серию движений. Мы уже это протестили на Томе. Импульсы чипа подавляют природные рефлексы. То есть человек по-настоящему переживает что-то типа киберпсихоза. Но примерно то же самое происходит и когда мы работаем с клиентами. Не верю, что у этого чипа есть одни только достоинства. Что с побочными эффектами? Полный боевой режим автоматически запускается в случае угрозы. И из него нельзя выйти. Этого я обойти не могу. И это все? Не знаю. Чтобы это выяснить, нужно несколько месяцев тестить чип на кучу народа. Есть еще и моральный аспект. Можно убить человека и даже ничего не вспомнить. Если ты Соло, тебе важно не только правильно двигаться. Нужно настроить мышление так, чтобы принимать решения за доли секунды. Это достигается годами практики. Сомневаюсь, что твой чип может все это заменить. Наверное, ты прав, но другого выхода я не вижу. На то, чтобы обучать людей, у нас нет времени. Как тебе пришла такая мысль? Я занималась чипом, когда работала в облаках. Он выглядел так, будто его можно легко модифицировать. Странно, как я не подумала об этом, когда мы разговаривали с Майко. И слава богу, в облаках до жопы камеры микрофонов. Если бы ты такое выдала, тигриные когти приехали бы с отвертками и выковырили эти чипы из кукол. Ладно, покажи, как это работает. Хоть кто-то это сказал. Том? Это я взяла из обучающего Вирта про кунг-фу. Неплохо, совсем неплохо. Для базарного театра в Кабуки. Прежде чем говорить серьезно, я хочу увидеть то, что может реально пригодиться. Но ведь ты сама видела. Я видела фокус. Теперь покажите драку. Среди нас есть эксперт по избиению людей. Посмотрим, как Том справится с ним. Ви? Только не разнесите мне хату. Я к ней привыкла. Ну, подходи. Что такое? Эй, все нормально, ты в норме? Ха-ха! Что я умею-то? Вы видели? Дыхалка у меня так себе. Если у тебя есть возражения, высказывай. У кого у меня? Я вообще в ахуе. Довольна? Я редко довольна. Но вы меня убедили. Давайте теперь к делу. У вас есть элитный отряд из трех дуболомов и инженера. Что дальше?
Мы обезвреживаем всех охранников и тигриных когтей, каких встретим. Обезоруживаем их и выводим на улицу. Оп, и облака наши. Боссам ставим ультиматум. Мы отдаем им процент от выручки, а они больше никогда не появляются в клубе. И никак не участвуют в его управлении. Так я и думала. Безумный и наивный план. Ты не видишь дальше одного хода вперед. Если убить пару лбов из охраны, это ничего не решит. Когти пришлют новых. Надо убирать самого Хироми Сато. Хироми Сато? Кто это? Настоящий босс облаков. Приходит редко, но никто и чихнуть не смеет без его позволения. Когти его уважают и слушаются. Он один из них. Можно попробовать с ним договориться, но шансов мало. Я бы лучше подумала, как его запугать. Где нам найти этого Хироми? В мегабашне. H8. У него пентхаус с панорамными окнами на последнем этаже. Он оттуда почти не выходит. Я найду способ вас туда провести. Том и Рокси пойдут к Хироми? Нет. Надо ударить с двух сторон одновременно. Они займутся охранниками в облаках. Массированная атака. Неплохо. Не лучше будет напасть на него на улице, когда он будет жевать хот-дог или отойдет отлить куда-нибудь в переулок? Какой смысл нам пытаться штурмовать пентхаус, где 100% полно охраны? Хироми никуда не выходит в одиночку. Так что, во-первых, без разницы. А во-вторых, это просто демонстрация силы, наших возможностей. По ножовщиной ты никого не испугаешь. Ну как, Ви, Том, Рокси, согласны? Вы готовы к такому? Мне надо подумать. Я еще никого в жизни не убивала. А я готов хоть сейчас. Ви? Ты что, реально хочешь согласиться? Мы же не будем рисковать жопой ради кучки каких-то шлюх. Я с вами, Джуди. Я же сразу сказал, что помогу. Спасибо, Ви. Оставьте благодарности на потом, окей? Я дам знать, когда организую встречу с Хироми. Мне нужно дня два. Развлекайтесь, пока. Майко, стой! Может, подвезешь? Только если будете ехать тихо, а то опять голова разболелась. Черт. Прикинь, мне страшно, Ви. Кстати, насчет благодарности. То, о чем я тебя прошу, такое обычно никто бесплатно не делает. Я понимаю, ты хочешь помочь, но я готова заплатить твою полную ставку. Это будет справедливо. Джуди, ты серьезно? Что вообще за глупости? Но... Стоп, стоп, стоп. Ни слова. Ви, все нормально? Ви, что с тобой такое? Все, мне уже лучше. В чем дело, Ви? Ты чем-то болен? Помнишь налет, который заказала Эвелин? Мне надо было выкрасть биочип. До конца жизни его не забуду, наверное. Этот чип... Короче говоря, на нем сознание Джонни Сильверхенда. И оно сейчас прописывается поверх моего. Ты это серьезно? Уж куда серьезнее. Блять. А с этим можно что-то сделать? Надеюсь на это. Уже поздно, ты устал. Можешь лечь на диване, если хочешь. Да, спасибо большое. Не за что, Ви. Чувствуй себя как дома. А, плохо дело.
Не знал, что она и в роботах разбирается. Ты только посмотри на это. Думаешь, собирает их на досуге? После целого дня хардкорной порнухи я бы вообще не удивился. О, интересно. Это не квартира, а какой-то музей древности. Зато ты чувствуешь себя как дома. Эта телка сечет. Это все, что ты можешь сказать? И выглядит ничего. На 6 из 10. Херасе. Обнаружена террористическая деятельность. Уходи, пока не поздно. Yeah!
пока не поздно. Так-то. Надо бы осмотреться. Mm-hmm.